Этим утром в Хабдинском районе произошло загорание жилого дома в селе Касеткель. На место происшествия были направлены пожарные из района пожарной части. По прибытию было установлено, что произошло возгорание крыши двухэтажного жилого дома, примыкающей к кровле второй квартиры. Общая площадь пожара составит 130 квадратных метров. Оперативными действиями пожарными из жилого дома был вынесен газовый баллон. Взрыв не допущен. Пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара обеих районов.